«Классный час» на Беларусь-4 Гомель. Этот выпуск для вас проведем мы, Арина Синенок и Андрей Гришков. Далее в нашей программе. Вас ждет встреча с обладательницей гран-при Славянского базара 2019 Ксенией Галецкой. Также мы будем встречать Марию Жданович, одну из победителей республиканского чемпионата по флористике среди юниоров. О том, как строится маршрут из мира тишины во вселенную звуков, расскажут актеры инклюзивного театра «Тишины». В центре внимания корреспондентов программы областной краеведческий конкурс «Олимпиада», посвященный году малой родины. А еще нам предстоит заглянуть на поэтическую страничку и послушать педагога по правилам этикета. Об этом и не только в нашей программе. Друзья, знаете ли вы, что отличает талантливого человека от обычного? Если нет, то слушайте и внимайте. Первое отличие – это отношение ко времени. Талантливый человек попросту не сможет себе позволить растрачивать время впустую. Например, только на одни развлечения. Это точно. При этом обычные люди, как правило, не могут найти в себе силы и времени, чтобы как раз развить в себе эти самые таланты. Второе отличие – это восприятие себя. Мы так устроены, что становимся теми, кем себя представляем. Кого верим? И поэтому так важна поддержка наших родителей, ведь именно они с самого детства развивают в нас эти таланты, ну или же наоборот, обламывают наши крылья. Третье отличие – это позитивные мысли. Не стоит хандрить и унывать. Верьте в лучшее, и тогда все проблемы будут решаться легче. Скорее всего, именно такое отношение у нашей следующей героини рубрики «Я талант». Ведь она очень позитивный и очень творческий человек. Наш корреспондент Карина Дубовец выяснила, как же можно гармонично сочетать совершенно разные увлечения. Всем привет! Сегодня мы познакомимся с разносторонней личностью. Ее зовут Эля. Это имя такое же необычное, как и место, в котором мы находимся. Оно полностью отражает личность нашей героини. Рубрика обещает быть интересной, потому что мы давно знакомы и вместе развиваемся. Думаю, у нас с вами получится узнать о ней чуточку больше. Я знаю, что ты увлекаешься фотографиями. А можешь рассказать, что больше всего вдохновляет тебя на их создание? На создание фотографий, конечно же, меня вдохновляют люди, потому что они несут в себе эмоции, они привносят их в мою жизнь. Они развиваются, они что-то учат, они делятся своими впечатлениями. Это не может вдохновлять, не вдохновлять. А если перейти поближе к фотографии, то все начинается с того, что я рассматриваю человека, и дальше в моей голове рисуется образ, как именно я его вижу в кадре. После этого дело за малым, только реализовать задуманное. Вот и все. А скажи, ты волновалась перед своей первой съемкой? Смотря с какой стороны подойти. Я скорее волновалась за результат, удовлетворит ли он моего клиента. А так нет, если все продумано, поводы для волнения заканчиваются. Эля, а ты бы хотела связать с этим свою жизнь? Я на самом деле думала об этом, но решила, что пока что пускай это будет моим хобби, пожалуй. А в дальнейшем, в будущем, я не знаю, как все сложится. Возможно, меня осенит гениальная идея, как именно сделать из этого бизнес-проект, спонсировать это, чтобы это приносило мне и удовольствие, и доход, и чтобы это все было в одном. Эля учится только в 10 классе и уже очень много чем занимается. И сейчас я бы хотела уделить отдельное внимание музыке. Я не против, давай поговорим о музыке. На каких инструментах ты играешь? Я играю на фортепиано, на укулеле, на гитаре. А какой из инструментов было более сложнее освоить для тебя? Полагаю, что фортепиано, потому что обычно играть на нем учат в музыкальных школах, а я училась этому сама, поэтому у меня возникало много вопросов, ответы на которые я могла найти только в интернете. А какую музыку ты исполняешь? Что нравится, но чаще всего я слушаю что-то более старое, потому что сегодняшние новинки меня не очень вдохновляют, поэтому я останавливаюсь на старом русском роке. Чаще, слаще, лучше, чем было, сделав выводы, я остаюсь на
настоящий. Теперь я сильно счастливая, одна не боюсь быть. И этот мир тянется ко мне, тянется ко мне. И этот мир с ним наедине. Слышали, что ты не только прекрасно играешь, но и поешь. Где ты обучалась вокалу? Я училась вокалу и до сих пор продолжаю учиться в вокальной студии ансамбля «Апрель», дворец культуры «Гомсельмаш». Прекрасное место, прекрасный коллектив, прекрасный преподаватель. Благодаря ей я смогла открыть в себе потенциал и продолжаю это делать. Я знаю, что ты очень любишь читать. Что ты можешь посоветовать из прочитанного? Я не могу посоветовать что-то конкретное, потому что каждая книга учит чему-то своему. Лично я читаю в основном психологию, потому что я подросток, мне нужно найти себя, и мне нужно узнавать окружающий мир, и я решила это делать с помощью книг. На данный момент я сейчас читаю книгу про хорошие привычки. Я считаю, что это важно уже с моего возраста формировать хорошие привычки. Помимо всего, ты еще занимаешься в студии журналистики. Можешь рассказать нам о ней? Да, конечно. Я считаю, эта студия – это прекрасная возможность развить себя, раскрепостить и, конечно же, прокачать свои навыки письма и речи. Интересно, а чем же еще ты занимаешься? Еще я недавно решила для себя, что мне в жизни необходимо внедрить такое занятие, как программирование. Прошу заметить, что оно никак со мной не вяжется, потому что я пожизненно гуманитарий. Но я решила убрать все эти стереотипы и начать заниматься чем-то, что связано с точными науками. И это важно, это развивает твою логику, твое мышление даже в какой-то степени. И я надеюсь, что эту деятельность я тоже смогу продвинуть в будущее. И я считаю, что это хорошая инвестиция в него. Эля, спасибо тебе большое, что ответила на все мои вопросы. Мы желаем тебе удачи во всех твоих новых начинаниях. Вот и подошла к концу наша встреча. Было очень приятно пообщаться с нашей героиней. Я уверена, что по примеру Эли каждый захочет двигаться только вперед и самореализовываться. Пусть каждый из вас найдет занятие для души. На сегодня все. С вами была Карина Дубовец. Всем пока-пока! Сегодня у нас в гостях человек, которого мы очень долго ждали именно в качестве гости. Это моя вторая соведущая, но если сказать конкретнее, то первая, потому что именно с ней еще 3 года назад я начинал вести классный час. В этом году она стала обладательницей гран-при на международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2019». Она же дошла до финала национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение-2019». У нас в гостях вчерашняя гомельчанка, а сегодня уже минчанка, артистка продюсерского центра «Сфамаш». Умница, красавица и просто хороший человек Ксюша Галецкая. Привет, привет, Ксюша! Привет, Ксюшенька! Мы рады, что ты к нам приехала наконец-то, мы очень долго ждали тебя. Это точно. Не за горами конец 2019 года, а это значит, что все мы подводим итоги. Мы знаем, что этот год был, ну, очень насыщенным для тебя. Расскажи, что же останется в твоей памяти на долгие-долгие-долгие годы? Что запомнилось больше всего в этом году? Наверное, первое – это подготовка летом к Славянскому базару и победа на нем, потому что это было очень масштабно, мы шли к этой цели, и Я очень рада, что мы добились ее все-таки. И, конечно же, проход в финал национального отбора на детское Евровидение 2019, так как это было тоже интересно, я познакомилась с многими детьми. Ксюш, мы знаем, что ты переехала в Минск, и теперь у тебя не всегда получается приехать к нам в Гомель, к сожалению, в качестве ведущей классного часа. Не скучаешь по Гомелю?
Ну, конечно же, скучаю, потому что Гомель все-таки это мой родной город. И всегда, когда мама сообщает мне то, что мы едем в Гомель, я уже сразу, ура, наконец-то я увижу со всеми, потому что, к сожалению, очень редко приходится приезжать. Переезд в столицу всегда открывает новые возможности. И у тебя, наверное, произошло именно так. Мы с мамой пошли в продюсерский центр «Спамаш», и там начали, там я начала развиваться, и вот с командой мы готовились к Славянскому базару, к его финалу национального отбора на детское Евровидение, и у нас все очень хорошо получается, у нас очень дружная команда, и это, наверное, такая самая главная находка наша. Это очень круто. Да, очень. Ты супер, ты трудяшка, просто молодец. Спасибо большое. Ксюша, расскажи, пожалуйста, о тех эмоциях, которые ты испытывала, когда взяла в руки гран-при. Ох, эмоций было очень много, потому что, конечно же, было трепетно, волнительно немного, когда говорили результаты, и вот сказали третье место, второе место, первое место. И тут, я думаю, осталось только гран-при. Либо они что-то забыли, либо все-таки у меня гран-при. И я уже настраиваю себя так: Ксюша, если вдруг это гран-при, не кричать, потому что мне, ну, потом придется тогда через номер петь, и я могу сорвать голос. Вот. И потом, когда сказали гран-при, я забыла все то, что перед этим себе сказала. Да, мы я закричала, заплакала. Конечно же, я очень радовалась, я скакала по всей сцене. Это было очень здорово. И вот ради таких эмоций вообще... А мы как радовались, представляешь, вообще за тебя болели. Спасибо. Всем Гомелем. Все, одно дело рассказать про это, но совсем другое дело посмотреть на это своими глазами. Давайте посмотрим фрагмент со Славянского базара выступления Ксюши. Все, внимание на экран. Ксюша, это было очень красиво. Расскажи, что же тебя вдохновляет на творчество? Ну, знаете, творчество – это такая вещь, которая должна тебе нравиться самой душа. И если даже пропадает куда-то твой источник вдохновения, ты все равно должен это делать, потому что тебе это нравится, как и мне. Потому что дело, которым ты занимаешься, должно у тебя и получаться. И, конечно же, ты должен это очень сильно любить. И тогда будет результат. Вот все-таки опыт участия в нацотборе на Евровидении как-то отличается от других подобных мероприятий? Не особо, в принципе, потому что там также была репетиция, телевидение, запись. И, наверное, вот самая прикольная вещь, которую я там научилась, я раньше никогда не пела с наушниками в ушах, с мониторами, чтобы себя лучше слышать. А там, так как все участники пели, мне сказали тоже попробовать, и я специально научилась. Класс. Следующий вопрос очень интересный. Мы с Ариной, например, расстроились, да. Серьезно расстроились. Интересно, расстроилась ли ты, что тебе не удастся представить Беларусь на Евровидении 2019? Нет, я нисколько не расстроилась, потому что я считаю, что очень хороший результат, что я первый раз пошла, из первой попытки уже прошла в десятку, так как, наверное, почти все остальные финалисты уже несколько раз пробовались на национальный отбор, и я очень довольна этим результатом. Всем бы такой настрой на жизнь, да. У нас бы вот такие люди, бы все были такие улыбающие, радостные. Да. Ксюша, в любом случае ты выступила просто замечательно. Спасибо большое. Нам с Андреем точно понравилось. Конечно. Всем понравилось. Всем понравилось. И поэтому мы предлагаем посмотреть небольшой фрагмент твоего выступления. Давайте. We got music.
Когда и с чего началось твое увлечение вокалом? Наверное, это в садике, когда был утренник, и всей группой мы разучивали песенки. И потом, когда мама пришла на утренник, она заметила, что я даже чисто пою, и решила в 6 лет отдать меня на вокал. Но вообще-то рассказывала, что я еще с пеленок пела, еще не умела говорить и уже распевала там длинные ноты. И вот в 6 лет мама отдала меня к своему самому первому любимому педагогу, который привил мне любовь к пению, это Горовенко Лариса Петровна. Ксюша, расскажи, какие песни тебе больше всего нравится петь и на каком языке? Ну, вообще, в каждом языке есть какая-то своя изюминка. К примеру, французский – очень красивый язык, в английском можно голос показать, там, порычать где-то местами. А русский и белорусский мне вообще очень нравятся языки, потому что они и мои тоже родные и красивые, и поэтому мне нравится, в принципе, на всех. А какая у тебя любимая песня, если не секрет? О, знаете, таких песен очень много. Ну, к примеру... Из последнего? Наверное, это авторская песня «Грай» и «Семейное кино». Я очень обожаю просто твою песню «Грай». Господи, сколько раз я смотрела клип, это великолепно. Спасибо большое. А расскажи, кто у тебя любимый исполнитель, Ксюша? Это Кристина Агилера. Будет. И Уитни Хьюстон. А чем ты успеваешь заниматься, кроме вокала? Ну, вообще, помимо вокала, я еще занимаюсь современной хореографией. Также я изучаю французский и китайский язык. Ну, вообще, в свободное время я просто для расслабления люблю почитать. Ксюша, такой плотный график, постоянное выступление, репетиции, хореографии, изучение языков. Ну, явно ты пропускаешь много уроков в школе. Расскажи, как к этому относятся учителя? И вообще, как ты все успеваешь? Точно. Ну, знаете, если любишь то, чем занимаешься, то, мне кажется, все успеешь. Учителя относятся, кстати, очень с пониманием к моим пропускам. Даже всегда поддерживают такие. Я прихожу в школу, и кто-нибудь скажет: «О, Ксюша, мы видели тебя по телевизору, ты так классно выступила». Вот. Но я дома всегда... Ну, я, получается, что я прихожу всегда на контрольные, самостоятельные, поэтому дома приходится самой прорабатывать все темы новые, которые я пропустила. И когда я прихожу в школу, меня вызывают, как обычных учеников, и спрашивают. Ночью темы прорабатываешь, Ксюша? Ну, как получается. Иногда бывает, что самостоятельное домашнее обучение. Домашнее обучение. Кто помогает делать уроки? Или сама все готовишь? Ну, я самостоятельно делаю уроки. Ну, конечно, если какая-то прям трудность, то, что я не понимаю, я, конечно, пытаюсь сама разобраться, но если уже не могу найти выхода, то зову на помощь папу. Ксюшенька, мне кажется, твой успех вообще заключается в твоей лучезарной искренней улыбке. Спасибо большое. Да. Как ты сама считаешь, в чем секрет твоего успеха? Знаете, если ты хочешь добиться успеха, ты должен познакомиться с таким словом, как трудолюбие. И когда тебе будет лень, ну, бывают же такие моменты, когда пропадет также твое вдохновение, или просто не хочется уже ничего делать, ты все равно, если хочешь добиться какой-то определенной цели, должен работать, работать и работать, петь и петь. И тогда будет результат. А еще мне кажется, что не было бы успеха без поддержки твоих родителей. Ты согласна со мной? Конечно, потому что родители – это самая моя главная, самая большая поддержка, потому что без них, в принципе, без ничего не было. Без них я бы не вошла в этот творческий мир и вообще в мир. Я их очень сильно люблю и очень благодарна им за все. Я думаю, что Ксюша очень благодарная дочь. Кстати, в тему этого разговора я знаю, что у тебя есть замечательная песня «Семейное кино». Исполнишь? Да, давайте. Просим. Ксюша. Смотрит небо нам в глаза сквозь капельки росы. Охраняют кинозал песочные часы. Забытое давно семейное кино. Любовь и нежность вечно бережет она. Смотри, как были молоды они. Храни эти кадры сквозь долгие дни. Запомни, я прошу. Запомни тепло родительское.
нам кадре чья-то жизнь, родные голоса. Покоряю этажи, гляжу в твои глаза. Любуюсь и люблю, я на экран смотрю. Очень красиво, это очень, восхитительно, Ксюша. Ты молодец. Ксюша, вот ты так шикарно поешь. Успеваешь вести со мной передачи, успеваешь вести концерты. Да, определись уже, кем ты станешь в будущем. Расскажи, определилась или нет? Ну, вообще, как бы, у меня есть план. Я хотела бы стать артисткой, но артист этот кто? Народная эстрада. Может артист быть. Артист это человек, который может совмещать все. Да. И вокал, это и телевидение. Так что... И не только, еще много всего другого. Да, постараюсь быть. Интересная профессия. Ты уже замечательная артистка. Спасибо большое. Ксюшенька, у тебя есть мечта? Да, у меня есть мечта, но, как я уже сказала, артистка, но это больше такая цель. Но а вот именно если мечта, то я поклонница Гарри Поттера большая. Вообще, когда я посмотрела фильм, конечно же, он меня впечатлил. Но когда я прочитала все части книг, это вообще еще круче, еще лучше, так что всем советую. И я хочу поехать в Лондон, мир Гарри Поттера, побывать в местах там, где снимали его, вот этот замок, улица, платформа 9 и 3 четверти, вообще очень классно. Да, это очень классно, на самом деле я читала много, и мне рассказывали. Это супер, я тоже хочу. Вместе съездим. А что входит вообще в твои ближайшие планы? Ну, вообще, сейчас мы делаем мой авторский репертуар, и скоро должен выйти по плану альбом. Альбом! Класс! Вот да. Это новость! Вот это интересно. Чувствую, это будет мой плейлист. На многие года буду слушать и слушать, да. Только песни Ксюши Галецкой будем слушать. А кого еще? Ксюша, еще раз хочу повториться, мы очень-очень-очень рады, что ты к нам сегодня приехала. Да. Я тоже очень рада, что с вами встретилась наконец-то. Так приятно встречать друзей. Мы желаем тебе творческих успехов, достижения новых целей, спасибо, поставленных задач,
чтобы ты всегда улыбалась. Это самое главное, чтобы ты была счастлива. Да, всегда оставайся такой же веселой, искренней, неповторимой. И вот лично от себя, знаешь, чего я желаю, Арина? А я желаю, чтобы в следующий раз Ксюша приехала уже сюда не в роли гости, а вот вести со мной передачу. Да, вести с тобой передачу. А я куда? Не хочу, конечно, тебя обидеть, но вот с Ксюшей начинали. Уже давно не было передач с Ксюшей, поэтому жду, жду. Скорее приезжай, тебя уже Гомель очень сильно ждет. Давай там разбирайся со всеми планами и сразу звони, будем придумывать, как мы здесь встретимся. Обязательно. А я приду к вам в гости, посижу на диване. Хорошо, хорошо. Ксюшенька, спасибо большое, что пришла еще раз. И вам спасибо большое. Все, спасибо. Пока-пока. Пока-пока, Ксюша. Друзья, в Гомельской гимназии номер 58 имени Федора Петровича Гааза состоялся областной краеведческий конкурс Олимпиада, посвященный году Малой Родины. Организаторами Олимпиады являются Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи. В конкурсе приняли участие 27 команд старшеклассников из всех регионов нашей области. Над составлением вопросов для участников, а также в качестве жюри работали представители Гомельской епархии, научные сотрудники областного музея военной славы, Центральной городской библиотеки имени Герцена, а также специалисты областного центра туризма. Программа Олимпиады представляла собой три тура. Первый был посвящен православной культуре Беларуси. Второй – 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и победе советского народа в Великой Отечественной войне. Ну а третий же тур был литературный, который был посвящен 120-летию со дня рождения Михася Лунькова. Подробнее об Олимпиаде расскажет наш корреспондент Ирина Рудая. Ольга Васильевна, несколько слов об истории Олимпиады. Наша областная краеведческая Олимпиада зародилась в 2008 году, и она называется у нас Румянцевская. Она посвящена великому меценату, человеку, который сделал очень много для Гомельщины, Румянцеву. Сейчас проходит регистрация участников, и мы можем узнать, откуда приехали ребята. Девочки, откуда вы приехали? Мы приехали из Рогачева. С каким настроением приехали? С очень усталым. Но мы готовы идти в бой. Удачи вам. Спасибо большое. Как вы готовились к этой Олимпиаде? Нас подготовил наш учитель истории. Мы разбирали старые теоремы, скажем так, разные подготовки. Мы повторяли то, что проходили раньше, так как я уже учащийся 11 класса, то я повторяла историю. Мы рассматривали разные схемы под насчет церкви. Участвовала ли ты раньше в таких подобных олимпиадах? Расскажи свои впечатления. Да, конечно. Каждый год участвую на районных олимпиадах краеведческого типа. Постоянно пытаюсь найти что-то новое для себя, какие-то новые впечатления, эмоции. Надеюсь, конечно, на победу, получить хорошие эмоции и опыт. Расскажите подробнее о турах. В нашей Олимпиаде три тура. Первый тур православный, он посвящен православным святыням, устройству православного храма, святым белорусской земли, пословицам и поговоркам, связанные с православием. Второй тур, посвященный 75-летию освобождения Беларуси и победы советского народа в Великой Отечественной войне. А третий тур, литературный, он посвящен 120-летию со дня рождения Михася Лынькова, а также знаменитым писателем и поэтом Гомельской земли. Кстати, именно из-под пера Михася Лынькова вышел яркий и узнаваемый образ Миколки Паровоза, дитяти белорусской железной дороги. Один из туров посвящен освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Расскажите, у вас на Малой Родине есть такие люди? Да, конечно, есть. Это Филипп Николаевич Жуйков и Мазилин. Два героя Советского Союза, которые защитили амбразуру Дзота своими телами.
Мне кажется, что участники краеведческой олимпиады – это в первую очередь ребята, которые любят свою малую родину и знают о ней все. Откуда вы приехали? Поселок Сосновый Бор. А чем известна ваша малая родина? Своими героями труда, людьми, которые защищали свою малую родину во время Великой Отечественной войны. Какие белорусские традиции ты соблюдаешь? То есть моя семья отмечает Рождество, тот же Новый год получается. У нас есть такая семейная небольшая традиция, получается, мы всей семьей печем, получается, печенье. Это, да, вот, очень вкусное печенье у нас получается. Это очень классно. Моя семья соблюдает, как и в любых других, православные традиции, такие как Пасха, Крещение, но также и белорусские народные, например, праздник Деды. Книга, которая называется «Память», она была выпущена, по-моему, 450 лет после основания Кормы. В ней можно найти много информации и почитать. Там написано о истории Кормы, о традициях, о известных личностях и так далее. Мы очень рады, что в этом году в Олимпиаде появляется новый блок, посвященный храмам и святым нашей Гомельщины, нашего региона, потому что этот год объявлен годом малой родины, и нам важно, чтобы наши ребята, кроме прочих достопримечательностей, которыми богата наша белорусская земля, знала в том числе и свои духовные святыни, и храмы, памятники и святых. Каждый тур – это письменное задание. Вот сейчас, например, ребята пишут работы на тему православных белорусских традиций. Я знаю, что победители ждут интересные награды. Расскажите про них. Ну, конечно, награды ждут победителей и призеров каждого тура. Это будут дипломы Главного управления образования Гомельского облсполкома, а также всех участников православного тура ждут сюрпризы, сувениры от Гомельской епархии. А победителей Олимпиады каждый ребенок будет награжден румянцевской медалью с ликом Румянцева и с надписью «На благое просвещение». Друзья, в октябре в Минске состоялся второй республиканский чемпионат по флористике среди юниоров. Организовали конкурс Министерство образования и Республиканский центр экологии и краеведения. Одной из 9 участников этого чемпионата была представительница Светлогорска. Учащаяся 9 класса гимназии и Светлогорского эколого-биологического центра Мария Жданович. Она же стала одним из победителей чемпионата. Сегодня Мария у нас в гостях. Привет! Привет! Привет. Мы поздравляем тебя с успешным выступлением на чемпионате. Спасибо. Поделись своими впечатлениями от участия в этом конкурсе. Ну, впечатления у меня, конечно же, хорошие. Были очень нереальные эмоции. Конечно же, не обошлось без волнения и присутствовал стресс. Ну, так во всех соревнованиях, да, где есть ограничения во времени, какое-то соперничество. Сейчас даже не осознаешь, что это действительно происходило с тобой. Ну, все было круто. Что вообще собой представлял чемпионат? Какие тебе букеты нужно было сделать? Чемпионат проходил на протяжении 2 дней, 2 и 3 октября, на базе Республиканского центра экологии и краеведения. В жюри были очень профессиональные флористы. Было 3 номинации. В первой номинации нужно было сделать арт-объект на тему «Осень в городе». Материалы мы готовили заранее, какие-то заготовки, то есть каркас был готов, и мы уже везли туда, и там делали основную работу. На эту номинацию нам давалось 1,5 часа, и это было в первый день. Во второй день проходили вторые 2 номинации. Они были, время было делено по часу на каждую. Во второй номинации нужно было сделать букет, применить трансформацию листьев. Он так и назывался «Листья на волне и в тренде».
Тут был минус в том, что листья такой материал, что очень быстро высыхает. И получается, что пришлось сделать сам каркас, основу ночью перед самим конкурсом. И уже сам букет я делала на готовом каркасе. Изготавливала я его в спиральной технике. Сейчас большинство профессиональных букетов делается именно в этой технике. То есть выглядит он как стебли немного смещены. Когда он изготовлен правильно, он может стоять на столе. То есть его подрезают все стебли ровно, и если поставить, он будет должен устойчиво стоять. Это оценивали технические судьи, и это была одна из критерий. Также оценивали равноту спирали, чтобы она была не смещена, и обязательно должны были почищены быть все стебли. Третья номинация была для нас сюрпризная, то есть материалы нам предоставляло жюри, организаторы конкурса, и это была композиция, приуроченная к Дню Учителя. Выполнялась она на оазисе, то есть флористической губке, давалась нам на выполнение час, можно было использовать свои какие-то декоративные элементы, которые мы готовили заранее, и использовать листья. Расскажи, какие цветы или другие материалы были вам предоставлены для создания букетов? Предоставлялись материалы только на третью номинацию. Нам были предложены герберы, розы пионовидные, различные хризантемы, ромашковидная, желтая, также зелень фисташка. Для своей работы, которую изначально я выбирала цветы, такие как розы обыкновенные, розы кустовые, различную зелень, хризантемы зеленые. Гиперикум. Сколько занимаешься уже этим? Я совершенно недавно начала этим заниматься. Серьезно? Да. Ты уже так много про это знаешь. Все началось с подготовки к конкурсу «Лёд, цветы и фантазия». Это было зимой этого года. И я много чему научилась именно за этот год. Ого! Ну, наверное, это если стоит... человеку интересно, то... Ну да, если тебе нравятся занятия, да, то почему бы не выучить все? Да, это точно. В процессе уже ты запоминаешь все, когда на практике это делаешь, все равно это лучше запоминается. Ну, а вообще тебе понравилась работа, которую ты сделала? Или какая вот из трех работ тебе понравилась больше всего? Работы понравились все, но больше всего мне понравился букет, потому что я вложила в него всю свою душу, всю фантазию. Я на самом деле очень расслабилась, включила музыку и уже работала именно на результат, не отвлекалась ни на какие посторонние звуки, и, в принципе, все получилось довольно интересно, прям не хотелось отдавать его, хотелось забрать с собой и любоваться им каждый день. Как нам известно, чемпионату предшествовал предварительный отбор. Расскажи, из чего он состоял и как ты на нем выступила? Было два конкурса «Лёд, цветы, фантазия» и «Кветки моей родимы». Проходил конкурс «Лёд, цветы, фантазия» зимой. У меня был первый диплом на республиканском этапе, и я прошла, получается, вот на этот чемпионат. И вы так долго готовились? Ну, да. Как бы время, хотя у нас получилось так, что мы не знали, что мы прошли, и буквально сколько у нас, мы узнали за неделю, и это было очень такое быстро, все, подготовка шла. Ну, зато когда стресс идет, ты какая-то, ну вот, быстро, наоборот, начинаешь адаптироваться, подстраиваться под ситуацию, и все, наоборот, происходит очень быстро, и как-то разбираешься. А что именно для тебя было самым интересным и, возможно, даже самым сложным на чемпионате? Самым сложным, конечно же, это было настроиться, потому что надо было отбросить все свои сомнения, надо было все свои как бы эмоции негативные убрать, страх и работать вот именно на ту цель, которую ты себе поставил. Ну, естественно, целью была победа, вот. Ну, я считаю, что я справилась. Конечно, были недочеты, когда ты знаешь, как оно должно быть. Все время видишь какие-то недостатки. Немного в первой номинации арт-объект мне не хватило времени, а так я довольна своей работой. А что сказала вообще жюри по поводу твоей работы? Жюри оценила особенно мою последнюю работу, где предоставлялись материалы, потому что у всех остальных форма была какая-то круглая, то есть не объемная, а я поработала именно с формой и выстроила треугольную композицию.
Вот. И тут как раз таки сложность заключалась в том, что надо было подумать и применить фантазию, потому что в этой номинации именно и можно было проявить себя как флориста, подготовиться можно всегда, а именно работать, когда стресс, какая-то ситуация такая, которой ты еще не был, и это действительно показывает тебя как флориста. Вот ты сказала, что подготовиться можно всегда, и расскажи, кто тебе помогал готовиться к этому конкурсу и кому бы хотелось сказать спасибо. Большое спасибо хотелось бы сказать своим педагогам, Сорокиной Марии Николаевне и Зиньковской Елене Юрьевне, которые мне действительно помогли в подготовке. Без них бы сейчас бы я представления, в общем-то, не имела о флористике. Они меня втянули во все это дело, и я на самом деле очень благодарна. А допускаешь ли ты мысль о том, что когда-то, возможно, флористика будет твоей работой? Как профессию я не знаю пока что, что выберу. Возможно, я склоняюсь к ландшафтному дизайну, который тоже очень близко идет в одном течении с флористикой. Но даже если я не выберу профессию, связанную с флористикой, это все время останется моим навсегда увлечением. И я смогу также применить это в жизни и дарить, делать сюрпризы каким-то своим близким, друзьям. И это будет для меня на самом деле очень круто. Расскажи, чем тебе помимо флористики нравится заниматься? Помимо флористики я участвую в конкурсах также в экологическом центре по ландшафтному дизайну, делаю также различные ролики, участвую в научных конференциях, также в школе я занимаюсь олимпиадами по обслуживающему труду, довольно успешно участвую в них. И это тоже мне помогает, потому что там тоже нужны навыки, которые, в принципе, пересекаются с флористикой. Ну, тоже у меня такое... Творческая деятельность в основном. А как хобби в свободное время я люблю рисовать тоже. Ну, творческий человек. Да. А как ты вообще планируешь дальше развиваться в сфере флористики или, возможно, не только в этой сфере? Я собираюсь дальше участвовать в конкурсах флористических. Следующий конкурс буквально уже вот скоро будет «Лёд, цветы, фантазия». Там я тоже буду участвовать и собираюсь, в принципе, развиваться в этом направлении. Что ж, Мария, ты молодец, мы желаем тебе успехов, оставаться таким же по-настоящему творческим человеком. И пусть тебя никогда не покидает вдохновение. Спасибо. Все, пока-пока. Пока. Арина, вот скажи, что, по-твоему, отличает вежливого человека? Для меня вежливый человек – это в первую очередь человек, который относится ко всем с уважением, несмотря на возраст и статус. Угу. И вот скажи, а ты можешь отнести себя к вежливым людям? Ты знаешь, Андрей, если так подумать, то, скорее всего, я могу себя отнести к числу вежливых людей. Казалось бы, все просто. Ты назвала самое элементарное и самое распространенное правило этикета, но даже его придерживаются далеко не все. Хотя на самом деле соблюдение этих правил – весьма увлекательное занятие. А ведь, Арина, есть и такие, которых уже давным-давно никто вообще не придерживается. Например, к забытым правилам этикета относятся благодарственные письма. Да, когда-то давным-давно, когда человек получал подарок, он должен был непременно отправить благодарственное письмо. Это правило действовало даже в том случае, если презент дарил родственник. Но сегодня оно абсолютно устарело, потому что в наши дни люди могут просто написать сообщение во всяких социальных сетях и отблагодарить человека, который прислал ему этот самый подарок. Тем не менее, и в наше время существует масса правил, которых нужно придерживаться. Я думаю, первое, о чем нужно знать каждому человеку, так это то, кто такой вежливый человек. Эксперт нашей рубрики «Правила этикета» Дмитрий Евменов расскажет подробно о критериях воспитанного человека. Первое отличительное качество воспитанного человека – это культура речи, которая предполагает не только стилистическую и грамматическую правильность, но также отсутствие вульгарных слов, умение точно и четко излагать свои мысли так, чтобы их могли понять окружающие вас люди, без применения нецензурных выражений и слов-паразитов, засоряющих вашу речь. Ко второму качеству воспитанного человека относится элементарная вежливость. Сюда относится умение здороваться и прощаться с людьми, говорить хорошие слова в виде «доброе утро», «спокойной ночи», «приятного аппетита», также благодарить за помощь или услугу, говорить «пожалуйста», если просите о чем-либо, либо даже извиняться, если причинили беспокойство, либо были неправы. Третьим пунктом воспитанного человека является умение разговаривать или поддержать беседу.
Быть хорошим собеседником значит знать предмет разговора, то есть знать, о чем говоришь, и высказывать свои суждения не только интересно и правильно, но и без занудства. Наша жизнь полна различных событий – день рождения, встречи, дом, работа. Но после того, как вы внимательно выслушаете все о невзгодах жизни вашего собеседника, друга, знакомого, родственника, вы вправе рассчитывать на обоюдную любезность в виде вопроса: «А как у тебя дела?» Человек, который говорит безостановочно только о себе и не интересуется делами своего собеседника, поступает не только невежливо и эгоистично, но и грубо. Важное значение также имеет в этикете умение поддержать любую беседу в обществе. Однако, если вам эта тема является непонятной или неизвестной, лучше все-таки промолчать, чтобы не показаться полной невежей. Четвертое качество воспитанного человека – это умение управлять своими эмоциями. Здесь вступает в силу одно из важнейших правил этикета – сдержанность во всем. Воспитанный и культурный человек никогда не выплескивает свое хорошее либо слишком плохое настроение на окружающих его людей. Хорошие манеры предполагают, что их обладатель ни словом, ни действием, ни взглядом не покажет своего раздражения или недовольства. А лучшим средством подавить себе негативные эмоции будет доброжелательность, умение выслушать своего собеседника, либо ему помочь в случае необходимости. Очень ценится в этикете улыбка. Пятым отличительным качеством воспитанного человека же является внешний вид. Здесь можно выделить несколько критериев, такие как: первое – одежда и обувь. Они всегда должны быть аккуратны, чисты и быть под стать определенной обстановке. Как говорится, провожают по уму, однако встречают все-таки по одежде. Одежда – одно из главных условий того, насколько хорошее впечатление сложится о вас у вашего собеседника. Вторым критерием является умение преподносить себя – красиво сидеть, красиво стоять, ходить, ухаживать за своей кожей либо фигурой, уместно и вовремя жестикулировать. Помните, что произвести первое впечатление можно лишь один раз. Последний критерий внешнего вида, как это ни странно, это знание правил общественного поведения, либо знание правил этикета. В конце хотелось бы отметить, что простого знания правил этикета недостаточно для того, чтобы приносить какую-то пользу обществу, либо самому себе, если они не подкреплены внутренней воспитанностью и высокой нравственностью самого человека. Друзья, наши следующие гости – воспитанники Гомельского машиностроительного колледжа, а также актеры инклюзивного проекта «Театр тишины». Они призывают прислушиваться к тем, кто не может сам слышать. И предлагают узнать, как же строится маршрут из мира тишины во вселенную звуков. В чем суть их проекта, они сегодня и расскажут. У нас в гостях педагог-организатор Гомельского государственного машиностроительного колледжа Юрий Александрович Кирейченко. Здравствуйте. 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 Также мы рады видеть актеров театра Никиту Пырх и Ольгу Дергач. Привет, ребята. Привет. Привет. Расскажите о театре тишины, как давно он существует и какова его главная роль. В нашем машиностроительном колледже уже на протяжении 10 лет обучается учащиеся с нарушением слуха. А проект наш «Театр тишины» появился буквально 2 года назад. То есть, как бы, театр тишины – это попытка соединить обычных учеников, вот таких как Никита и Оля, и ребят, которые плохо слышат. Как же все-таки строится маршрут из мира тишины во вселенную звуков? Мы не каждый день видим на улице, у нас нет такой возможности общаться с такими людьми, с людьми с нарушением слуха. И это является самым большим барьером на пути вот, построения какой-то совместной деятельности. Вот, поэтому это очень сложно, но как бы за себя и за ребят скажу, что мы справляемся. Вот, пытаемся находить как-то какие-то точки соприкосновения, как-то пытаться с ними общаться для того, чтобы наша деятельность была продуктивной, нацеленной на какой-то конечный результат. Ребят, давайте подключайтесь к нашему разговору. Расскажите, кто вообще актеры в вашем театре? Учащиеся, слабослышащие и просто обычные мы. Угу. Учащиеся колледж. Да. Также у нас есть еще танцы, это наш общий коллектив. Вот. Ну, стараемся. Все ли удается реализовать во время работы? И с какими трудностями вы, возможно, сталкивались? Поначалу были трудности в общении. Ну, как бы со временем привыкаешь и просто понимаешь ребят без слов. Вот. Ну, так, в принципе, и нет. Расскажите, сколько и какие спектакли уже удалось поставить на сцене? Ну вот совсем недавно мы поставили спектакль «Маленький принц».
он довольно неплохой получился, но мне очень понравился в плане того, что используются разные методики рисования светом, и просто он сцены меняются в темноте, и каждая сцена начинается как новый сюжет. В принципе, еще вот сейчас Оля уже сказала, то, что наш танцевальный проект, это там есть пару танцев, мы тоже с ними выступаем, обычно мы открываем ими наши спектакли. А до этого какие вы ставили спектакли? До «Маленького принца». До «Маленького принца» мы, то есть, как бы, работали в театральном жанре. То есть, как бы, это клоунада, пантомима. То есть, как бы, не было таких больших глобальных проектов, как спектакль «Маленький принц». Были просто мелкие, локальные какие-то выступления, то есть, как бы, в рамках различных конкурсов, форумов и так далее, и тому подобное. Понятно. То есть это был ваш дебютный спектакль, да? Да, да, да. То есть, как бы, к сожалению, да, спектакль требует больших затрат и времени, и усилий, и финансовых. Поэтому, как бы, мы в дальнейшем планируем развиваться в этой сфере. То есть, как бы, есть уже задумки нового спектакля. Вот, но я пока не буду раскрывать карты. Вот, а все упирается в первую очередь в финансовую составляющую. То есть, как бы, вот сейчас мы, как бы, работаем над тем, чтобы заработать, как бы, с прошлым спектаклем на будущий спектакль. Угу. А как вы сами считаете, у вас получилось сделать классный спектакль? Вам понравилась самим Конечно, ваша работа? Да. И атмосфера прекрасная просто. На репетиции. Да, конечно, очень сближает, кстати, репетиция. Расскажите, сколько по времени заняла подготовка к этому спектаклю? Ну, спектакль мы показываем уже во второй раз. Премьера у нас состоялась 1 июня, День защиты детей, и проходила она в стенах нашего колледжа замечательного машиностроительного. Вот. Готовились мы очень долго. Мы готовились, наверное, полгода. То есть, как бы, это вот от процесса, когда создание сценария, покупка реквизита, сбор декораций, обучение актеров, как бы, роли. То есть, как бы, это где-то полгода ушло у нас. Стоило ли этого? Это стоило. То есть, как бы, подходят люди, которые были на нашем спектакле, отзывы только самые замечательные, самые положительные. То есть, как бы, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот. Я думаю, что, как бы, спектакль мы наш показываем не в последний раз, поэтому на будущее приглашаем всех желающих. Знаем, что поставить «Маленького принца» удалось благодаря республиканскому конкурсу социальных проектов, финалистами которого стали воспитанники колледжа. Расскажите немного об этой истории. Да, то есть, как бы, проект существовал, как я и говорил, уже долгое время, и нужно было куда-то развиваться. И появилась такая замечательная возможность принять участие в конкурсе. Конкурс давал возможность финансовой поддержки и помощи нашему проекту. Мы, конечно же, сразу заинтересовались, приняли участие. То есть, как бы, конкурс проходил он в несколько этапов с процессом обучения, где нас учили, как свой проект сделать более качественное, более прибыльнее, как можно потом зарабатывать на этом, как бы, деньги. Вот. И мы проходили из тура в тур, и потом все-таки дошли до финала и победили. Собственно говоря, это и помогло нам провести, организовать спектакль. Финансовая помощь, которую мы получили. Ребята, расскажите, сложно ли общаться со слабослышащими детьми? Поначалу, да, были трудности, особенно когда есть ощущение, что они тебя обсуждают за спиной. Я думаю, у них такое же ощущение, что мы разговариваем за их спиной. Но потом, даже банальный поход в магазин, ты сразу узнаешь несколько жестов и просто уже понимаешь, что они показывают. Даже без слов их уже можно понимать, потому что все время в одном коллективе, репетиции, это сближает. А что вам вообще дает участие, то, что вы работаете в Театре тишины? Ну, например, лично для меня, я всегда интересовалась театром. Вот. И когда услышала о том, что у нас что-то подобное, я решила попробовать. Расскажите, что входит в ваши дальнейшие планы? Ну, проект наш не стоит на месте. То есть, как бы, Театр тишины, который изначальный проект, он сейчас немножко, у него появилось новое ответвление. Это танцующая тишина. Ребята как раз танцуют. То есть, как бы, у нас есть команда, которая занимается постановкой танцевальных номеров. Вот. В перспективе хочется, то есть, как бы, уже опробовать спектакль на новых сценах. Вот. Подготовка нового спектакля. Ну и, конечно же, участие в различных конкурсах, соревнованиях для того, чтобы, как бы, продвигать нашу идею, то есть, как бы, чтобы о нас узнавали все новые и новые люди. А, возможно, уже есть какой-то конкурс, в котором вы хотите поучаствовать? Или был?
Да, есть конкурс, буквально совсем, буквально пару недель осталось до конкурса на лучший волонтерский отряд, который занимается социальной деятельностью. То есть, как бы, ребята, вот у них есть замечательная возможность тоже попробовать себя, проявить еще, попробовать на новых сценах какие-то новые знания получить вот именно в социальной сфере. Ну что ж, мы желаем вам ярких эмоций и костюмов, и чтобы ваш проект набирал все новые и новые обороты. Да, и удачи вам. Конечно, конечно, без удачи никуда. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, вам, что пришли. Да. Да, до свидания. Пока-пока. Ну а далее в нашей программе рубрика «Поэтическая страничка». Кот и кит посвящается Корнею Ивановичу Чуковскому. Вот что сказка говорит. Жили-были кот и кит. Кот был огромный, просто страшный. Кит был маленький, домашний. Кит мяукал, кот пыхтел. Кит купаться не хотел, как огня воды боялся. Кот всегда над ним смеялся. Время так проводит кит, очень кротит, днем храпит. Кот плывет по океану, кит из блюдца ест сметану. Ловит кит мышей на суше, мяу! Кот на море бьет поглубже. Кит зажопался, куснулся. Вышто был не ради пор, от врагов своих спасался за борт. Мяу! Добрый кот ни с кем не дрался, от врагов уплыть старался. Плавниками бьет волну и уходит в глубину. Кит любил залезть повыше, ночью песни пел на крыше. Позовешь его? Кис-кис! Подохотно спрыгнет вниз. Мяу! Так бы все и продолжалось, и с конца, само собой, но завязка приближалась. В море вышел китобой. Только смотрит капитан, видит, в море бьет фонтан. Он команду подает. Кит по концу, полный ход. Китобой подходит к пушке. Игрушки – это не игрушки. Я скажу на чистоту, не завидую киту. «Мама!» – крикнул китобой, отскочив от пушки. «Что же это? Хвост трубой, пушки на макушке. Стоп, машина, брысь, урод!» «Эй, полудра, в море кот!» «Успокойся, что с тобой?» «Я кричит не китобой, доложите капитану, я стреляю в кот». Не стану, но казать я сам готов. Те, кто мучает котов. Всем-всем дрожа как лист, телеграмм шлет радист. До нас идет чудо-юдо, рыба, кот. Тут какая-то загадка, в этой сказке нет порядка. Кот обязан жить на суше, сос, спасите наши души. И в ответ на китобазу вертолет садится сразу. Нем ответственные лица, правители столицы. Доктора, профессора, медицинская сестра, академик по котам, академик по китам. С ними 70 студентов, 35 корреспондентов, 2 редактора с корректором, кинохроника с прожектором, юный натуралист и другие специалисты. Все на палубу спустились, еле-еле разместились. Разбирались целый год, кто тут кит и где тут кот. Обсуждали, не спешили и в конце концов решили. В этой сказке нет порядка, в ней ошибка, опечатка. Кто-то против всяких правил в сказке буквы переставил.
теперь правим. Кит, так кот. Кот, так кит. Наоборот. Вот и довели порядок. В сказке больше нет загадок. В океан уходит кит. Кот на кухне мирно спит. Все как надо, все прилично. Сказка стала на отлично. Всем понятно и ясно. Жаль, что кончилась она. Друзья, на этом наша программа подошла к концу. С вами были мы, Арина Синенок и Андрей Гришков. Смотрите нашу программу на Беларусь 4 по воскресеньям и понедельникам. До новых встреч в эфире. Пока-пока.